И за что задержаны были сегодня? За сбыт наркотиков. Как сбывали наркотики? Бесконтактным способом. То есть использовали интернет? Интернет, телефон. Понятно, как давно занимались этим? Примерно около года. Около года как устроены, да, были? То есть у вас какая функция была? Роль там? Закладчик на курьеров делал еще. Понятно. Что можете пояснить по поводу обнаруженного у вас сегодня наркотика? Что там находится? 1 килограмм ТВ. ТВ это синтетически, да? Да. И? Шоколад. И СК. СК это тоже, да, синтетика? Да. Там сколько примерно? Ну, тут 20, там, не знаю, 70-80. Ну, короче, около 100 с небольшим, примерно, да? Примерно, да, около 100.